Итак, друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу подробную видеоинструкцию для туристов, которые собираются на отдых в Египет, а именно в Шарм-эль-Шейх. Как вам известно, я недавно вернулся из Шарм-эль-Шейха и проинспектировал для вас очень много отелей, в которых будут отдыхать мои туристы. Поэтому в этом видео я вам покажу, как и что делает турист с момента выхода из самолета. Дальше, как выглядит шаттл-бас, что делает турист в аэропорту, где он берет миграционную карту, где турист оплачивает за египетскую визу, если она ему нужна, как выглядит паспортный контроль, как выглядит зал, где турист получает багаж, где туристу нужно купить карточку для мобильной связи, чтобы у него был интернет в любом месте в Шарм-эль-Шейхе, как происходит встреча с гидом и где туристу искать шаттл-бас, который везет туриста из аэропорта в его отель. Все в деталях я покажу дальше в этом видео, друзья, поэтому подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих видео на моем канале. Смотрите мои видео, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. Погнали! Итак, ребят, самолет приземлился, командир экипажа всех поприветствовал на территории Египта в Шарм-эль-Шейхе. И в принципе, когда самолет остановился, вы встаете со своих мест и забираете ручную кладь. После того, как вы забрали свою ручную кладь, не спеша, ребят, не нужно толкаться, потихоньку выходим из самолета. И дальше, когда вы вышли с самолета, вы спускаетесь по трапу вниз. Соответственно, ребят, будьте очень аккуратны на трапе. Еще раз говорю, не надо никого толкать, все уедут на этом шаттл-басе, никого здесь возле самолета не оставят. В общем, спускаемся потихонечку из самолета по трапу. Вот внизу вас ожидают автобусы, которые везут туристов от самолета в здание терминала аэропорта. Значит, в автобусах есть сидячие места, их немного, поэтому как бы сильно не рассчитывайте, что вы будете сидеть. Потихонечку заходим в автобус, вот людей будет много. В общем, не очень это, конечно, стоять комфортно в автобусе, но ладно, как бы никуда не денешься. В общем, заходим в шаттл, и когда уже шаттл полный, он отправляется к аэропорту. Значит, буквально 1-2 минуты это занимает дорога, и вы подъехали к зданию аэропорта Шарм-эль-Шейх. В общем, опять выходим не спеша, без толкотни, старайтесь это делать культурно и никого не толкать. Вышли из шаттла и заходим в здание аэропорта. Дальше сразу прямо перед вами слева будет эскалатор. Идем на этот эскалатор и поднимаемся на верхний уровень. Да, там есть и ступеньки, можно это все сделать по ступенькам подняться, но лично я предпочитаю это делать на эскалаторе. Как только вы поднялись на эскалаторе на верхний уровень, слева у вас будет длинная стоечка, за которым ваш оператор будет выдавать миграционные карты. Вот так они выглядят, ребят. Смотрите, для наших туристов я стараюсь всегда эти карточки предоставить здесь в пакете документов по туру. То есть моим туристам, как правило, не нужно стоять в этой очереди за этими миграционными карточками. Кстати, и заполнение миграционных карточек, оно несложное, но именно в нашем договоре на туристическое обслуживание предоставляется пример заполнения этих миграционных карт. Значит, те туристы, у которых этих миграционных карт нету, встают в очередь и получают эти миграционные карты. Ну а наши туристы уже как бы могут в самолете это все заполнить, миграционную карту, и сразу идти на паспортный контроль. Значит, дальше. Перед паспортным контролем слева есть окошечко. Если вы собираетесь посмотреть пирамиды, то есть покидаете
Синайский полуостров, территорию Синайского полуострова, то вам нужно обязательно купить египетскую визу. Стоимость визы $25. Значит, вы оплачиваете эту визу в окошечке этом. И, соответственно, не надо писать в миграционной карте сзади Sinai Only, для того, чтобы получить египетскую визу, а не синайский штамп в паспорт. Синайский штамп в паспорт, он бесплатный, ребят. Значит, идем дальше уже с этой миграционной картой на паспортный контроль. Проходите ленточный лабиринт и смотрите там, где меньше очередь возле этих кабинок, где находятся пограничные сотрудники, которые проверяют ваши паспорта. Значит, сейчас в Шарм-эль-Шейхе есть пара дополнительных процедур на паспортном контроле. То есть, кроме того, что смотрят ваш паспорт, еще туристы сдают отпечатки пальцев, это, в принципе, нормально, как бы, и сканируют глаза. А вот эта процедура по поводу сканирования глаз, как-то все выглядит очень примитивно, больше похоже на показуху. Но это как бы ничего сложного, много времени не отбирает, туристы легко это все проходят. И после того, как вы прошли паспортный контроль, после того, как вам поставили штамп в паспорт о прибытии, вы идете за вашим багажом. Тут аэропорт небольшой, поэтому сложностей никаких нет. Сразу за паспортным контролем вы поворачиваете направо, и буквально через пару шагов вы попадаете в зал, где находятся ленты, по которым выезжает багаж. Лент в этом зале немного, это не Турция, по-моему, 4 либо 5 лент. Над каждой лентой, ребят, есть монитор. И на этом мониторе указан рейс, с которого выезжает багаж по этой ленте. Смотрите в вашем билете, если вы не запомнили номер вашего рейса, и ищите ленту, на которой указан ваш номер рейса на мониторе. Значит, как только вы нашли эту ленту, в принципе, встаете, ожидаете, когда поедет багаж по ленте. В среднем это от 5, наверное, до 20 минут, может, до получаса, как бы, занимает время получения багажа. Значит, как только вы увидели на своей ленте свой багаж, сразу, ребят, его забираете. Все, друзья, забрали чемодан. Желательно его поверхностно осмотреть, чтобы все было в порядке. Вот, если не все в порядке, то настоечку Lost and Found по приему при претензии по багажу. Если все в порядке, идем на выход из аэропорта вот по этому лабиринту. Значит, после ленточного лабиринта с последним контролем, на котором у вас просканируют ваш багаж, вы попадаете в последний зал, и в этом зале слева от выхода с аэропорта находятся операторы мобильной связи, где вы можете купить к себе в телефон карточку с интернетом, местным интернетом. Но, ребят, об этом я расскажу в отдельном своем видео, так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить информацию по мобильной связи в Египте. Это будет информация в отдельном видео. Значит, купили карточку и идем на выход. Так, ребят, все, значит, купили карточку, идем на выход. Выход сразу, вот, смотрите, прямо справа возле карточек. Тут вас встречает оператор с тем, с каким вы прилетели. Прилетели с джойнапом, значит, подходим к джойнапу. Прилетели к тестуру, значит, прилетели к тестуру. Прилетели к Анексу, значит, подходим к Анексу. Хай, супер. Подошли, отметились. Все, вам сказали номер автобуса, который стоит на стояночке. И идем на свой автобус. Смотрите, значит, за моей спиной вы встретились с гидом. Вот, дальше идете, переходите дорогу.
И видите, справа, ребят, автобусы, которые развозят туристам по ихним отелям. И идете, ищите. Стоянка небольшая, поэтому тут сложностей у вас не будет. Это не Турция, там где нереальное количество автобусов. Спокойно идем, находим свой автобус. Еще раз отмечаемся в списке, сдаем чемодан, багажное отделение, ручная кладь с собой и вперед в отель. В общем, на этом все, друзья. Вот такая вот видеоинструкция по аэропорту Шарм-эль-Шейх. Надеюсь, вам все понятно. Пишите в комментариях под этим видео, что понятно, что непонятно. Задавайте вопросы, буду стараться отвечать. И не забывайте подписываться на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео с моими видеообзорами, видеоинструкциями, ну и такой полезной информацией, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья. Пока-пока.